Саша сказал, я прям чувствую успех рядом. Денег нету, а Паша говорит, прям чувствую успех рядом. Чувствую. Чувствует парень. Как чувствуешь? Сердцем? Да. Или душой? Всем. Всем? Расскажи, что ты сейчас будешь делать. Вот я делать. Сейчас пойдем. Я вас, голуби, всех в рот еб... Простите. Снова едем в магазин наш любимый Декатлон. Настя все-таки решила какие-то резинки купить. Тут у нас в центре ведется подготовка 9 мая во все. Завтра у нас праздники, друзья. Я черт его знает, что мы будем делать. Опять, наверное, прогуляемся вместе с вами. Посмотрим что-нибудь. Да? Ну да. Ну, у нас такой не очень хороший прям парад, конечно, в городе. Не как в Москве, знаете ли. Когда? Сейчас. А повернись боком. Нет. Повернись. Чего опять в носу? Да не в носу. Повернись. Да ничего нету в носу. Нормально все. Да встань. Да убери. А можно, не надо меня позорить. Там усики. Какие усики? Да усики там у тебя. Да нет усов. Видно там усики. Правда. Вот потом сниму по-другому. Там реально есть усики. Нужно бриться, Настюха, по утрам. Да у меня что, усы есть? Конечно. Ты капец, ты что тут гонишь? Вот. Нету ничего. Гонится. Ну, мы пришли в Декатлон. Настя не накаталась на самокате. Но на самом деле Настя хочет какую-то там резинку, типа я буду заниматься спортом, если мы купим резинку. Ну, короче... В смысле, я так буду заниматься, даже если мы ее не купим? Короче, опять началось вот это, знаете. Мы после праздника будем ходить на батуты, самые крутые, самые большие в городе Перми. Вот, а сейчас Настя будет тренироваться. Кстати, вот эту херню она хочет купить какую-то, я так и не понял. Нет, вот эту я не... Я хочу вот эту, но она очень дорогая. 80 килограмм написано там максимальный вес, а у тебя всего 82. Нормально. Надо развиваться? Я не знаю. Вот нормально, кстати. Тут сколько раз мы сюда не ходили, здесь прыгают максимум до 3 лет дети, до 5 максимум. Так прикольно. Ты же научилась сальто вперед, Настя. Мне вчера вообще Годзиллой назвали. Да-да-да, помните. Так что знаешь. Если ты нам сейчас говоришь, что ты точно будешь заниматься, и у тебя прям прогресс пойдет именно с этой штукой, покупай. Если нет, то нахрен надо. Если ты не так заниматься не собираешься. Просто я вот посмотрел на эти упражнения, я не понимаю. Что здесь? Вот это пресс, я не знаю, как это делать. Да, прикольно. Вот эта фигня вообще. Все, у нас сегодня будет тренировка, потому что мы все-таки взяли эту хероту. Не знаю, Настя говорит, что это божественная штука, поэтому... Это божественная. Все, я знаю, окей, что нас окей. Смотрит Сёма. Сёма, вот ты хотел ее. Да. Так что можно тренироваться вместе. Смотри, ты мне это... Дай руку-то, как мне встать? Нет, сама вставай. В смысле? Сейчас будет трэш. Давай. Подожди, это ты ещё. Нет. Пожалуйста. Все, встала. Теперь... Вот так вот как надо. Туда-сюда, туда-сюда. Нет, девочка. Только отпусти меня. Ну, крути туда-сюда. Вот, почти, почти. Давай. Все, отпускай. Ты что, угодно? Ну, это жесть какая-то. Я уже научилась. Давай. Сейчас не гонит. Че ты? Че-то ногу вообще жестко. Че, сложно? Очень. Давай ты попробуешь. Ну давай. Ты их не отогни только. Я стою уже, в отличие от тебя, знаешь, уже уровень. Я просто не хотела, чтобы ты был офигеннее меня. Ну-ну. Да не так, не надо вот так вот делать. О, поехала. Нифига. Оп, дрыг-дрыг жопой. Жопой дрыг-дрыг-дрыг. Смотрите, дрыг-дрыг жопой едет.
прикольно, кстати. Давай. Тебя обвести. Давай, защищай ворота. Какие? Вот эти, вон маленькие. О! Сейф! Давай, Настюха, сейчас я защищаю. Давай. Твоя задача забить в эти ворота. А. Опа, какая крутая. О, давай, вот в эти ворота надо забить. Пинай. Ай. Ну что, сегодня будешь заниматься, значит? Да, я хочу вообще уже начать бегом. Давай сегодня сходим на улицу, попробуем. Дома сначала, потом на улице. Васька! Васька! Пашка! Паша пошел ручки мыть. Вон Паша стоит. Она сказала что-то, представляешь, я раз слышала. Где Паша? Такая милашка маленькая. Ай, тихо ты. Сейчас буду с тобой бегать за этой камерой. Да. Не. Да. Не. Не. Да не, Вероника. Давай тебя будем. Давай, семья сфоткаемся. Смотри туда. Да, улыбайся. Вероника, смотри, вот сюда. Ася. Ася. Распирай. Нет, Вероника, экранчик не трогай, вот так вот ее делай. Вот так вот, показывай на нас. Бабушка Маша придет. Нет, я туда. Это такая тебя. Зачем всю камеру-то хочешь? Зачем тебе она? Все, обиделась. А меня ты что в дом посадили? Я дай погасить. Не знаю, что ты думаешь. Не переживай. Ой, чувачка. А, спасибо. Спасибо. Боже, голова устала. Реник, может, ты так будешь устала, мы побегаем. Она тоже уже, мне кажется. Ай, пофиг. Как она так бегает-то? Так вот, в космос ее надо отправлять. Фу, устала. Полежи. Встала? Еще? Да. Да. На-на. На-на. А теперь как лошадка останавливается? Бррррр. Бррррр. Вероника, на шоколадку. Будешь? О, а мне? А мне? А поделиться? Веронику. Бегом. Бегом, чтобы не отобрали. Паша обиделся, смотри. Ау, ау! Ты че маленькая? А такая? Ау, ау, ау! Ау! Террорист! Ты террорист! Больно в носик даль. Поцелуй носик. Поцелуй. Пожалей. Пожалей. Настя, скажи. Иди полюбуй, она сейчас заплачет и уйдет домой. Подвлюбаешь? Ну ты что? Обними хотя бы. Обними, конечно. Вероника. Иди обними. Вероника. Ты нас не любишь, Вероника? Обними. Обиделись на нас. Да. Давай, дай пять. Да, пять. А? Все. Пока-пока. Пока-пока. Да. Я проверил тебя, хочешь ли ты в Макдональдс? Угу. Что значит, пойдем в Макдональдс? Он говорит, я проверил. А я ему сразу сказала, нет, никакой тебе Макдональдс. Понятно? Хочешь? Нет? Ладно, камеру выключила. Пойдем в Макдональдс. Ты пиздишь, я все. Такая, Вася. Вот смотрите, я распаковала свою коробочку волшебную TRX. Ну, это не TRX, это как-то по-другому не называется. Ну, в общем,
петля. Паша говорил, что какие вообще можно с ней делать упражнения. Тут вообще вот всяческие разные. Скоро вам покажу. Очень крутая штука. Вообще очень. Блин, я так рада, что мы ее купили. Скоро покажу. И Пашка вот узнает, что такое по-настоящему круто. Ой, такие прикольные. Прикольно, прикольно. Все, я повесила на дверь. Кстати, нормально вообще все держится. Сейчас попробую позаниматься. Вообще, очень прикольно, что нужно держать, получается, равновесие. Пресс вообще огонь делать. В общем, такая смешная Вася. Это просто капец. Идем заниматься. Итак, друзья, мы позанимались. На самом деле достаточно плодотворно. Я наконец-то пробил свои мышечные какие-то ткани, блин, почувствовал какую-то боль. Настюха побегала, и за счет этого хоть как-то пропотела, может быть, даже чуть-чуть жирок спадет. Но ненадолго. А знаете, почему ненадолго? Потому что времени 11, и нам жрать захотелось. Я салатик просто буду есть. Так мы не ужинали просто. Давай, продолжай отмазываться. Короче, время 11, мы идем в магазин, чтобы купить пожрать. Стой, подожди, я могу не есть. Я могу вообще водичку купить или лечь спать. Я тоже могу вообще не есть. Все, пошли домой. Нет. Можно и пожрать. А что, салатик? Я себе решил. Сегодня в честь первой тренировки нормальной съесть доширак. Да. Только что говорю, кто такой молодец, тренировался. Придергивает парня. Ой, это позор тебе. Это позор. Насте понравился так салатик. Она его все жрет. Мы ее прижевы смотрим перед сном. Он у нас сейчас в России живет. Он там к любимой в Красноярск, да, уехал. А Настя жрет довольная. Такие пироги. Настя пытается доказать, что эта штука не просто так была куплена. Ну-ну. В смысле? Она не просто так? Ну-ну. Я только что... Сейчас тебе докажу. Всем пока-пока. Давай. Я докажу Павлу, что TRX очень крутая. TRX. Давайте, всем пока. Всем счастья, хорошего дня, приятного аппетита. И до завтра. Что-то уже глазки закрываются после такой тренировки. Сейчас она покажет нафиг, напоследок. Смотрите. Сейчас я. Подождите. Сейчас. У меня уже попа забилась. Сейчас покажу. Так. Все. Отлично. Всем удачи. Попа, знаешь, как напрягается. Подожди, блик. Надо, поможешь чуть-чуть сделать. Короче, надо, все. Да, все, подожди.